В этом году знаменитому исполнителю и основоположнику авторской песни Юрию Висбору могло бы исполниться 82. Его стихи искренние и наполненные смыслом не подвластны времени. Каждый год в день рождения барда в Мурманске проходит концерт памяти, ведь с нашим городом у Висбора существовала особенная связь. В своей профессиональной работе я пользуюсь 4 инструментами. Ну, 3 из них традиционные – перо, кинокамера и магнитофон. А 4-й мой инструмент – это гитара. Юрий Висбор не раз говорил, что Мурманск – второй его любимый город после родной Москвы. Юрий Иосифович служил радистом в районе Кандалакши. И правильно будет сказать, что большинство его песен, так или иначе повествующих о романтике Севера, написаны о хибинах. Хотя есть и приятные для жителей областного центра исключения. Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйтвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых. Его со всей России много связывал. Ну, связывал много. То есть люди, которые не бывали. Он бывал, да. Вот. Я полагаю, ну, это мое личное мнение, что его больше тянуло хибины, он больше горник, да, чем наш этот самый. Но бывал, ходил, да, в море ходил, и на флоте был, и вообще Скользким полуостровом у него много. То есть он наш, мы можем считать его нашим. День рождения Висбора в Мурманске отмечают ежегодно. Причем не только по походному, у костра, в лесу, но и вполне цивилизованно в городе. Несколько лет подряд концерты памяти проходили на крыльце художественного музея. В этом впервые выступление организовали в Центральном парке на новой сцене. 7-й раз проводится фестиваль этот. Даже когда раньше не проводился, всегда старались этот день отмечать как-то кулуарно, на кухне, с друзьями, петь песни, любимые песни. Желающих исполнить романтические, грустные, жизненные, лирические, нежные и суровые песни Юрия Висбора с годами меньше не становится. Например, в этот раз в концерте принимает участие 30 артистов, среди которых много молодых. Каждый из них считает стихи поэта особенными. Мы все примерно на одной волне. Вот, у всех у нас... Ну, песни, разговоры, скажем так, да. И у него тоже разговорные? У него прежде всего. Это мы уже потом там, а он-то первый. Вот, мы за ним. Традиционно в этом мероприятии принимают участие клуб авторской песни «Пять углов». Ребята, которые его посещают, поют песни, они всегда откликаются и участвуют в этом концерте. А также молодежный клуб «Гравицапа», ну и отдельные авторы-исполнители города Мурманска и области. Висбор – автор более 300 песен. Последнюю «Цейскую» он написал в альпийском лагере в 1984 году. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, я твой Робинзон.